Привет, YouTube, привет, мужики. В общем, раскидал я частично свой тракторочек, выкатывал мост. А зачем я его разбирал? Ну, те, кто подписан на второй мой канал, знают, зачем я снимал мост. Вчера видосик был там, на канале. Ну и, соответственно, пока удобно все здесь. Замечательно. Сейчас буду подкидывать ему еще веса. Вот такие есть у меня железяки. Одна весит 16 килограмм. Их здесь 3 штуки. Одну я распилил пополам. Зачем? Сейчас все покажу. Сделал вот такие шайбы. Ставиться будут вот сюда. То есть добавлю ему сейчас еще веса 48 килограмм сюда, ближе, назад. Для того, чтобы хорошее было сцепление с землей. Веса не хватает. Скоро буду уже ставить плужок. И с плужком на нем, как говорится, заниматься. Но нужен вес. Уже надоело подкидывать ему сюда под сидушки болванки. Хотя еще, наверное, придется подкидывать. Ну, а куда деваться? Как-то так. Ну, лишними, я думаю, 48 не будут. Тем более, они будут съемные. Сейчас все сами увидите. Впрочем, хара-ля-ля. Погнали собирать. Итак, мост стоит на месте, прикручен. Утяжелители тоже уже прикручены вот таким образом. До моста они не достают, они лежат в швеллере, упираются в швеллер. Вот. Обалденно все стало. Держится на трех болтах. Один здесь, один чуть дальше. И один вот здесь спереди. Наверное, не видно ничего, да? Вот так она прячется в раму. То есть с этой стороны она никак не торчит. Она стоит аж в самой раме. Показываю просто. И вот, как есть она, так и есть. Она даже до крепления коробки не доходит. В общем, вот эти куски заканчиваются здесь. Здесь вот, если надо снять коробку там или еще что, вот так ключ ставлю с той стороны, а ковер там отвинчиваю. Вот это я послаблял, чтобы цепь снять. Все замечательно, нигде ничего не торчит, никому ничего не мешает. Ну, зато плюс 48 килограмм у него уже как бы автоматом присутствует. При этом ничего не пришлось ни доваривать, ни переваривать. И ничего не мешает. Абсолютно нигде ничего. То есть просто в раму добавил веса. Повторюсь еще раз, его катастрофически не хватает. Все, ставлю сиденье, ставлю навеску, ставлю защиту. Все готово. Можно ехать бороздить просторы вселенной. Вот, скоро будем бегать с пушком. Посмотрим, как он справляется. Так что как-то так. Так, мужики, пробежался я сейчас по огороду. Ой, вообще кайф. Значительно замедлился. Трогаешься с первой. Ну, если хорошенечко разгазовать. Передок аж подрывается, поднимается. Балка там, не знаю, не помню, сколько по весу. Ну, где-то, когда я его перевешивал в видосах, я говорил, сколько весит балка. Это общий вес трактора, по-моему, если мне память не изменяет, без навески, был 295 килограмм. Вот. Отлично. Вот 48 килограмм болванки в раме, 39 килограмм навеска. Вот уже получается 87 килограмм только вот навеска и болваны. Да? Плюс я еще сюда подкинул вот такую наковальню. У меня есть она, 35 килограмм весит. Как раз помещается под сидушку. Здесь не торчит, ничему не мешает. В общем, отлично. Вот. И мой вес 83 килограмма. Вот и считайте. Я уже посчитал. Ровно полтонны получается. Ровно 500 килограмм вместе со мной. Вот это уже нормально. Полтонны более-менее для него вообще шикарно. Поэтому я думаю, плуг тянуть будет капитально. А может даже и два.
на одном мосту. Заодно и проверим полуоси. Одна у меня здесь сваренная. Ну, варил я ее без своего станочка. А так, центровал, как говорится, на глаз, все дела. Ну, более-менее получилось. Также же по диагонали зарезанным. Видели видос, знаете. И, соответственно, вторая, нарезанные шлицы. Вот сегодня смотрел, но они как-то печальновато выглядят, нарезанные шлицы. Ну, пускай ходят, пока их не срежет, не обломает, не знаю, что с ними может произойти. Потом сделаю новую полуось, сварю ее капитально в станочке, ровненько. Там пишут, что она там кривая. Да возьмите вы ровную целую полуось, покрутите и увидите, какая она в середине. Обалденно ровная. Вот, ну ладно, не об этом видос. Здесь снял зеркала, пока без них покатаю. Мешаются с этой стороны залазить, со стороны рычага. Бывает. Выскакиваешь, заскакиваешь. Вот, ну ладно, разберемся. И надо фары доработать, свои крепления сделать. Как-то так. В общем, сейчас меня устраивает, по крайней мере. Скоро испытание. Я думаю, будет все четко. Ладно, на этом, наверное, буду заканчивать. Кому понравилась небольшая доработочка, палец вверх. Пишите комментарии, мужики, что вы думаете по этому поводу. Стоило, не стоило. Бывает вес лишним, либо нет. Как-то так. Подписывайтесь на второй мой канал. Добавляйтесь в группу самодельщиков. С вами был Санек. Еще увидимся.